турбан, у нас такой. Вот оно училище, куда дед ходил мальчиком. Мой дедушка мальчишкой учиться. Это же было училище в царское время. Нет, это я не знаю, оно тут профессионально ПТУ в советское время было. Вот. Ну, тут в основном таким профессиям. Повара, там, кондитеры. Сейчас. А что раньше было? Да, наверное, может, так и было. Но сам факт, что такое училище, да? И вот рядом с училищем парк такой красивый. Но деревья старые, наверное, они были в царское время. Хотя говорят, что разбит этот парк был после войны. Вот тут фонтан. Георгий Жуков.